Прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, и ты будешь в курсе о новых видео. Всем привет, друзья! Рад вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу рассказать о новом проекте, называется он Ила. Чем мне понравился этот проект? Во-первых, у них хорошая публичность, посты в Инстаграме, также они снимают свою команду, как они работают, показывают все свои результаты, выкладывают их в соцсети, у них уже есть свой продукт, а именно мессенджер. Также у них есть уже доступный кошелек, который уже можно скачать на компьютер и пользоваться. Там пока только две монеты, XLT и XRP. Далее, конечно, будут внедряться новые монеты. Что хотелось бы сказать по поводу мессенджера? Мессенджер реально будет крутой. Там можно будет зашифровывать всю свою переписку. Будут непонятные символы, то есть если человек не сможет прочитать, находясь там сзади, подсматривая, что вы там пишете друг другу, с кем-то переписываетесь. И все это будет размыто, никто не узнает эту информацию. Там можно будет провести пальчиком по экрану, по тексту, и потом оно уже будет читабельно. И еще классная штука, то что там за пользование будут платить монет XLT. Также на базе ИЛО будут появляться новые монеты, там можно будет создавать свою личную монету. Монетки будут называться лайткоины. Разберем дорожную карту, всю информацию сейчас будем разбирать. Все, поехали. Так, я перешел на их сайт. Он довольно-таки простенький, здесь ничего лишнего нету. Matrix, дорожная карта, поменять язык. Мессенджер, который мы можем уже скачать в App Store. Перейдя по ссылке, мы можем посмотреть статистику, так сказать, насколько уже скачано было, какая оценка. Вот он, сам мессенджер. Какие были обновления, сколько весит, требуется iOS 8, новая совместимость. Та-дам-та-дам-та-дам. Кто является пользователем iPhone, вы, конечно же, скачайте, посмотрите, присмотритесь и также порекомендуйте своим друзьям. Потому что, судя по описанию, плюс еще я смотрел некоторые обзоры, сам мессенджер, как он выглядит, он довольно-таки хороший. Я в себе хотел бы скачать, но пока я не могу, потому что еще на Android версии нету. Дальше опускаемся ниже, мы видим тоже App Store, также Wallet, который можно скачать на Mac и на Windows. Я себе уже скачал, установил. А также при скачивании этого кошелька десктопного вам на баланс придет, по-моему, 17 XLT монеток. Давайте посмотрим Matrix. Быстренько пробежимся по проекту. Мы видим по Matrix. Заходим в Matrix, видим XLT Matrix. Можем, кстати, поменять язык на русский. Мне это русский нужен. Рыночная капитализация составляет уже 3 миллиона. В обороте уже 828 миллионов 722 356 XLT. Цена на данный момент очень низкая, сейчас напоминаю вам, что сейчас пресейл. У них классно то, что у них будет минимальная цена за транзакцию. Далее, минимальная единица у них называется фотон, вот она. Что тут дальше? Всего 100 миллиардов. Конечно же, многовато. Так, даже мы можем посмотреть, куда распределение идет. 50% для физических лиц, 25% для держателей XRP и BTC. Операционные расходы, 15-5% партнерам и адвайзерам. Понятно, давайте посмотрим дорожную карту. Далее опускаемся, что они уже проделали. Посмотрим, с чего все начиналось. Начало работы 2014 год. То есть они работают уже 5 лет. За этот период времени мессенджер переделался, было обновление, серия обновлений были вот уже в 2018 году. Итак, что же представляет собой ИЛО? ИЛО — это криптоплатформа, которая состоит из мощного движка U-Core для создания новых криптоактивов, генезис монеты XLT и набора инструментов. А еще классная штука, что на базе платформы ИЛО каждый сможет выпустить свой собственный токен. Можно в мессенджере будет друг другу отправлять криптовалюту. Вы сможете отправлять ее как на адрес кошелька, так и просто вписав ник своего друга, товарища, подруги, вы можете переводить монеты XLT по ихнему нику, и все. Очень классная задумка, мне очень понравилось. Можете самостоятельно зайти в White Paper, изучить досконально. Я думаю, я пропустил что-то недорассказал. В общем, что бы я хотел выделить в этом проекте, это то, что у них есть свой мессенджер, также нотатник, уже есть доступный кошелек, который можете скачать на Windows и Mac и уже пользоваться. Низкая стоимость монеты сейчас на данный момент можно купить. Также то, что они будут разрабатывать еще для Android версии. Ихняя публичность. Я думаю, перспектива в этом проекте очень хорошая. Всем пока!